Приветствую вас, дорогие друзья, в игрушке Castle Crashers. Это пятая серия вместе с Paper Play. Да, это я. Погнали. Ссылочка у меня будет под видео, под описанием. Естественно. Ну, мои, конечно, будут знать, что там нет всякой ссылочки. Мои скажут, да, мы и так уже подписаны. Тогда, кто не подписан, быстренько подписались на Алекс. Это кто такие? Это летучие мыши? Мутировавшие, да. Ага. Они, наверное, поклоняются летучим мышам, я думаю. И босс будет по-любому железная какая-нибудь тварь. Да, о, опять это. А летучая железная тварь. Ой-ой-ой, нифига себе. Слушай, я хочу на вас магию. Ну-ка, сейчас сюда. Попробуй магию. Ну-ка, покажи магию. Ой, подожди, что-то я не то нажала. А, я не то. Жми на все. Да что же такое с умирать? О, бегут. Они такие вижу, что кидаются. На! Ну что, мощная? Блин, они мне ничего не дают сделать! Ты сейчас все выпьешь! Ты все выпьешь, Ксюша, не пользуйся магией! Ты понимаешь, что ты сделала? Ты три эликсира выпила своих! Ну да ты нафиг магию! Да. Блин, поменяй. Вот. Ты случайно нажимаешь и выпиваешь хил. Да, я не на ту кнопку. Бывает. Особенно с утра. Так, пойдем. Плюс куплю и все, подумай. Так. Подожди. Че, ты хочешь опять задумал магией пользоваться? Нет. Это они такими же просто гуляют. Слушай, ну они какие-то сильные прям. Я же силу прокачал, почему я их не могу убить? Что это такое? Огненные. Они горят, что ли, еще? У них бомбит? Да, бомбит у меня. Минус хил. Ну-ка, падай. Молодец. Пойдем. Эконом хил. Готовься. Там сзади к нам кто-то крадется. Откройте! Иди! Да. Да. Нам обязательно... Блин, ну же дверь прям непробиваемая какая-то. Я не могу ничего сделать. У тебя лук по 5 дамага наносит. Ты будешь полчаса бомбить. Башка отпала. Блин. Ешь. Ты съела, да? А, ты бутерброд нашла. Ты можешь съесть в любой момент, да? Да? Прикольно, да. Я тоже типа хил? Я тоже взял, да. Дополнительный хил. Так куда же вы закончитесь-то? Минус голова. Так как себе это магия, блин. Бери. Почему он... Подожди. Новый левел. Ой. Вот. Что-то мне это магии пока не знаю. Так я сразу говорил, что не надо магию брать. Я в первую очередь хил прокачивал специально. Ой, как он... Хил и дамаг. Мне нравится. Так, все. Уходи вон на мир. Да сколько же вас, боже мой, мне кажется, их бесконечно будет. Нам дверь надо разбить, что ли? Как это сделать? Как туда попасть? Они достали уже. Слушай, Ксюша, они бесконечно идут. Можно хилом запастись. Это нужно, чтобы хилом запастись. О, что такое? Фига себе, Ксюш, что с тобой? Что с тобой происходит? Разбей, пока ты сильно, разбей вот это. Да, попробуй. А что с тобой случилось-то? Ты бутерброд, что ли, съела? Да, я когда поешь бутерброд с голодухи. Я не знал, что такая большая. Что с тобой происходит? Я тебе сам боюсь немножко. Давай, разберись с ними, пока ты сильно. Не злите меня. Фига себе, а почему ты такая? Я не могу таким быть. Надо по мордасам. Ой. Что это такое? Почему ты? Это называется не злите женщину. Ты понял, да? Ты понял так, меня? Возьми. Не зли меня никогда. Пойдем. Никогда.
Никогда. Не, я намеренно никогда никого не злю. Люди сами злятся почему-то. Почему-то? Так. Все равно, я тебя предупредила. Пойдем. Не, ну когда будет совсем все туго, мне придется тебя разозлить, Ксюш, чтобы... Да? Чтобы ты, да, стал такой сильный, большой. И всех проучила. Это нам может спасти жизнь. Ай-яй-яй. Когда будет босс, я тебя буду, Ксюш, злить. Да вы что делаете-то? Они прям огненные такие. Горячие. Горячие парни. Ай-яй-яй. Вот это и не парни вовсе. Они пуляются своими вонючими фаерболами. Они какие-то странные. Пойдем. Куди, подожди. Вот, пойдем. Смотри, тут что-то с людьми случилось с городком. Они все окаменели. Возможно, это из-за лавы, я думаю. Вулкан, наверное, проснулся. Они пытаются спастись на дерево. Вулкан проснулся и их всех уничтожил. Значит, там хавка, да. О, тут много ништяков денежки. Всяких. Денежки. Да. Ништячки. Тебе надо деньги. Старайся деньги собирать в первую очередь. Кто это? Я что-то не что-то они так посмотрели на нас, как на говно, по-моему. Подозрительно. Ой. Полетел куда-то, смотри. Что он задумал? Он их оживил! А это некромант. Ну, это скелетики, их легко убить. Они рассыпятся. Давай, маги, ты что такое? Нет, магии не надо, лучше не надо. Да нет. Прошлый опыт показал, что это хорошего не приведет. Я прям хочу силу прокачать на максимум. Я уже по 25 дамажу. Ты по 11 всего лишь, видишь, по 11. По 25, по 20 дамажу. Пойдем. Скульптура разбивай, забирай туда все, деньги всякие. Опять вы. Так, ничего, я с ними быстро справлюсь. Сколько нам надо бабить? На левел у тебя. Да, пойду. Ну-ка, пошел. Пошел вон. Мне тоже скоро будет на левел. Как я быстро погибаю. Мне скоро хил закончится. А, у меня его уже нет. Благодаря магии. А, ничего, сейчас... Сейчас босса победим. И надо будет нам запастись хилом. Уровень-то пройдем. Победим. Это как для оптимист. Еще неизвестно, что за босс. Все. Ой, нифига себе, у него пригорело. Да хорэ, он когда умрет когда-нибудь? Пойдем. Когда-нибудь. Победим, Ксюш, не переживай. Забирай деньги. Косточка. Лучше бы я это забрал. Так, вот именно. Да, на точке не вставай, видишь точки вот красные. Да, ух вы меня достали. Ух вы меня, черти полосатые. Господи, мне даже по 68 дамаг прилетает. От меня. Черти волосатые. О! Вот он, кратер! О, это вулкан! Его так просто не убьешь, не, надо что-то по-другому. Нужна какая-то дальше тактика. Нет, да, не пробивай. Бегай, бегай, бегай. А что он делает? Будет какое-то действие. А, просто взрывает. На точке не попадайся. Выдыхаться будет? Под ноги, смотри. Блин, должен... Он прям в тебя целится, на тебе стоит, тебе надо постоянно бегать. Нельзя на месте стоять. Когда он выстреливает, на месте не стоит. Так, ладно, давай вот это сначала убьем. А как его... Так, давай пока что просто их убьем.
Бери бутерброд, бери. Я понял. Говори. Надо его превращаться и его бить. А, да? Как ты превращаешься, скажи? Ну, Б. А, я тоже могу. А что ты мне не сказал-то? Нифига себе. Так, все. А почему меня положили? А, ты все, ты помер. Да не может такого быть. Так, Игорь, это у вас какая напомнила? А, это бутерброды нас в это превращают. Игорь, напомни, какая мне? Верхняя, какая, нижняя, какая? Верхняя. Игорь. Вот. Верхняя. Не сейчас, получилось. А что чуть-чуть осталось? Сейчас я их уведу, подожди. Так, давай. Всем сейчас... У меня просто здоровье закончилось. А бутерброды не восстанавливают здоровье, они нас делают... Они нас делают сильными. Просто сильными, да. Не, надо сначала начинать. Давай. А, подожди, мы же тут можем прокачаться. Так, можем. Я прокачаюсь. Отлично. Прокачиваюсь тоже. Так, и пойдем. Так, сейчас босс будет, да? Ну вот-вот буквально. Почти что. Почти дошли до него. После них, по-моему, он будет. Да. Сейчас быстренько я расправлюсь. Так, ты их просто задерживай, я разберусь с ними. Так. Да они тебе шарами. Ну они жесткие, да. Они... они шутить с тобой не будут. Церемониться тоже не будут. Они сразу берут свое. Поэтому с ними надо жестко. Так, все, справились? Ага. Почти дошли, почти что. Давай, давай, умри. Жопка не бери. Вот, новый левел у тебя, отлично. Просто они когда так вот светятся, как будто бы горят, это они это... Чё они? Сейчас начнут магию использовать. Ой! Ой, случайно. Побежали, побежали, у меня 10 секунд есть. 8, 7, 6, 5, 4. Ну, зря использовал. А, у меня такое тоже было, так что... Сколько у меня осталось бутербродов? У меня один бутерброд всего лишь. Они будут падать, это. Посмотри, сколько у тебя бутербродов. Не могу. В данный момент. Я могу. Использовать данную функцию. Неудобно. Неудобно. А если я опять тоже нечаянно использую? Ну, лучше не надо. Да. Просто на Б не нажимаем, на Б вообще не стоит нажимать. Просто так. Просто забудьте. Так, все. Я, короче, начинаю бить его. Давай, я пока эти этими разбираюсь. Нифига себе, дубачил. Ну за раз, смотри, сколько можно отнять у него. 25%, я думаю, легко можно отнять. Да почти половину, просто половину. Я у него половину отнял. Ну, бутерброды. Давай, бутерброд, я сделаю это. Эй, ты мне хотя бы оставил один. Теперь сама бей. Бей сама. У меня просто силы больше прокачано. О, нашел. Нормально, бери. Пошел. Беру. Следующий пошел. Так, ну все, я сейчас легко справлюсь. Эй, куда он мне взлетает? Смотри, смотри, куда улетает. Я его сверху блю. Долблю. По макушке, по макушке. Так, ну все. Это легкий это босс. Надо просто, видишь, понять, как их убивать правильно. Тогда будет все легко. Погнали. Бутербродик, ну ты все съел. У тебя 6 бутербродов, ты почему? Я просто очень люблю кусать. Так. Прыгай. А, вниз. Вниз. Прыгай, говорит. А нельзя было все равно упасть. Почему не открывается? А вот это ты сейчас узнал. А да-да-то не. Бери, бери, бери яблоко, бери. Можно было бы упасть или нет? И говорит, прыгай, иди, говорит. А что, два босса сразу? Смотри, что такое. Какой-то предмет. О-хо-хо-хо!
Змей Горыныч! Смотри! Фига себе он! Фига себе, нифига себе! Боже мой! Как? А что делать-то? Он съел нас! Как с ним бороться, ты знаешь, Ксюша? Подожди, сейчас. Думай! Не, не то. Камень, камень! Тут чё? А почему он нас ест-то? Падающие камни, подожди. Подожди. Что-то с камнем надо делать? Наверное. Да хватит меня есть, я не могу выбраться! Отстань от меня! Так, подожди, тут что-то надо думать. Придумать. Тебя слово поразить, ты знала? Мне пофиг! Тебе кто-нибудь говорил? Что? Ты постоянно просишь подождать. Серьезно. Не, ну а что делать-то? Тебя тут ждать никто не собирается. Нас просто прикончат. Прикончат. А, надо что-то сделать с этим камнем. А что именно? Но он нас давит, и вот так. И тут он нас бьет, он не дает тут ничего делать. О, нет. Это очень странно. Так. Почему он тут не дает ничего делать? Вот эти вот штуки. Слушай. Что такое? А может быть подходить, когда камень падает, чтобы он лапу опустил и тебя придавил? Зачем? А, вот он ей убирает. Нет. Я одного почти забил, смотри. Я его бью же? Как? Ну по-любому не так. Ну давай так. Нам главное прийти, смотри, у него же немножко осталось. По-любому что-то делать надо с этими камнями. Но потом подписчики напишут, что как надо было проходить. Как правильно. Мне кажется, без разницы, как главное его убить. Не, понимаешь... Может, это не лучшая тактика, я понимаю, да. У нас особо времени еще раз проходить до него нет. Так, вниз. Камень и огонь. Уходим. Ты просто пока будешь думать, как его убить... Ты уже умрешь. Ну да, нам. Ладно бы начиналось снова с босса время. Ой. А прыгай, прыгай и бей. Это эффективно, сумма... эффективно очень. Давай. Ты тратишь время свое на этих мелких. Так они нас бьют. Они тебя сожгут быстрее. Тут тактика быстрее его убить. Чем быстрее убьешь, тем будет лучше для всех. Да, ребят, напишите, как надо было его убить. Жертвуя своим здоровьем, своей жизнью, нужно его убить. Ксюша, ты мне нужна, давай, добивай. Да я иду. Все, минус голова. Так, и что? О, дверь открылась. Заходим. Да, как надо было его хитро, короче, убить. Так, ну все, мы прошли. Сколько мне хп дадут? Чуть-чуть побольше. Чуть-чуть. Так, ну посмотрим. О, подожди, что это такое? Некромант. Нифига себе. Они сейчас будут раскапывать. О, они раскопали того. 60. Я рад за него. Терминатор. Он мне понравился. Но он живой. Теперь все двинутый. Он живой. Так, я силу почти... Слушай, я до конца силу прокачал. Все, видишь? На максимум. Теперь я самый сильный. Буду этим пользоваться. Лапка. Так. Подожди, а это что такое? Здесь можно будет закупиться, да. Тут можно затариться. О, смотри, какой сидит продавец теперь. Муха-ха-ха-ха. То есть, здравствуйте. О, блин, у меня столько денег. Смотри, какой. Слушай, я, наверное, убери возьму. Бутерброды тоже, в принципе, недорогие. Я несколько возьму. Мне кажется, они прикольные. Чем давай увеличивать твою защиту?
Оружие прикольное, но, блин, 240 стоит. А я тоже потратил. Нифига себе, сила плюс 5. Вот мне бы ее, вот мне бы прям вообще классно. Посмотри, какие милые снежные шары. Ой, ему скучно, смотри, сидит со скучающим видом. А потом, подожди, а что на арене? Давай на арену сходим, просто посмотрим. Ну это мы с тобой будем друг друга калашматить. Мне интересно. А, ну да? Да, такой, ну, а, типа не знал. Конечно, силу до максимума подкачал, давай пейперы бить, да? Конечно, так конечно. Я тебя тренирую, насколько ты сильна, там сколько ты у меня здоровья. Ты можешь меня даже победить. Он сейчас тут будет, ага. На слабых обычно самоутверждаются, да? Во-во-во. Но я не такой, я не такой. Иди сюда, иди сюда. Дай мне немножечко самоутвердиться. Ну, совсем чуть-чуть, ну что ты делаешь? И кто тут говорит, что я тут самый сильный? А я хитростью беру. Ты хитростью свою взяла? Да. Вот видишь меня сколько сразу это? Ну, во-во, самоутвердился. Муха-ха-ха-ха. Вот видите, как он девчонок обижает, да? Я не обижаю девчонок. Обижает, обижает. Самоутверждается он. Так, а мы будем или в следующей серии? Какой-то механический замок. Ну, я думаю, наверное, следующий уже надо. 27 минут мы с тобой пишем. Окей, ребят, подписывайтесь на канал Pepper Play. Не обижать ее ни в коем случае. Ее нельзя обижать. Буду я обижать ее я. Только мне можно, да? Ну, совсем немножечко только. В общем, спасибо за просмотр, за лайки, за комментарии. И всем до скорого, пока.